Ребятки, всем привет! Я вас рад видеть на моем канале. Так, ну что, друзья мои, еще несколько дней, и будет супер бомбезный видос. Ну а пока досмотри этот видос, поставь лайк, с тебя подписочка, ну и погнали. Значит так, ребят, хочу вам кое-что показать. Как у меня классный этот самый бассейн. Еще и мало того, еще и друзья и дырявы. Ладно, я шучу. Так, ребят, вот эту площадочку придется немножко освобождать. Вот, но это будет буквально через 2 дня. Мне только сегодня отправили ТТН-ку, номер ТТН-ки скинули. Все, короче, заказали, друзья, бассейн. По стоимости он нам вышел 3395 гривен. Вот, дедушка наш, как говорится, раскошелился. Решил внуку нашему сделать такой замечательный подарок. Вот через 2 дня буквально придет и будем устанавливать. Будет классный, обалденный видос, я вам отвечаю, потому что там очень большой бассейн, объем 1940 литров. О, к нам гости пришли. Вот, так что будем ставить, купаться, потому что жара сумасшедшая, ребят. Такая жара, что у вас все огурцы вянут. Но мы нашли решение. Вот такой классный навес. Название, ребят, Паримач называется. Вот такой затемнитель, мы не решили ничего покупать. Это буквально, когда в позапрошлом году... Я там на Альтаире ездил, короче, ребят перевозить. И у них вот эти остатки были. И они мне решили, короче, подарить вот таких вот 2 куска. Вот этот один кусок, Паримач, большой. А второй кусок там более меньший. Но, короче, я не стал его цеплять. Я пока это нацепил. Ну, там, видите, у меня пространство осталось. Я думаю, что я тоже туда что-нибудь доповешу. И будет у нас такое закрытие для наших огурчиков. Огурчики у нас уже, ребят, появились. Он как сумасшедший плетутся, он уже куча цветочков. Даже сегодня собрали мы 3-й урожай. 8 огурчиков. Но меня, знаете, что больше всего опасаюсь того, что помидоры уже. Какие здоровые, гляньте, уже, блин, я не знаю, уже столько понавешивалось помидор, но они почему-то какого-то непонятно кого не краснеют. А помидорчиков-то хочется. Причем очень сильно хочется. На рынке он по 80, по 90 гривен помидоры. Одуреть. Ребят, я не знаю, что. О, жучара, да ты, я смотрю, мою картошечку лопаешь с удовольствием, да, друг? Вот то смотри, тебе везет, пока деда нету. Иначе, если дед придет, то что у меня... О, дед придет, потравит вас к ядрине бабушки. А пока мы травим вот таким вот макаром. Конечно, базара ноль они залезут еще. Но с одного вот такого вот куста плохого 2-3 карташинки будет по любе. Правда, вот такие, конечно, маленькие, но они будут. Жинка у меня там, он ковыряется, тоже наводит порядки. Решила травичку полностью повыщипывать. Ну, соответственно, пока она занималась травой, я занимался накрытием огурцов. Так что работа процветает, ребят, полным ходом. Ни минуты отдыха. Еще сегодня отработали целый день. Вот, кстати, ребят, я не пойму, а почему это я вас не наблюдаю в нашем магазине спортивной одежды, а? У нас там такие классные шорты, футболочки позавозили. Так что, друзья, с дружковки, заходите, есть скидочки. Обязательно вам скидку сделаем хорошую, улыбнемся. При желании даже можем кофе налить, если вы хотите. Не снимаю я тебя, успокойся. А что тут поливать? Ну, если бы траву кто-то вырывал, то были бы нормальные арбузы. Это вот это арбузик? Да. И ты думаешь, что с него что-то вырастет? Если поливать, вырастет. Ё-моё, на тебя можно камеру повернуть? Нет. Понял, не поворачиваю, отворачиваю. Короче, вот, навырывала. Уже яблок даже насеялись. Ребят, кому яблоки надо? Яблок у нас в этом году уйма. Угостим всех. Кстати, ребят, вопрос на миллион. Почему на меня садятся мухи? Я догадываюсь, почему они это делают. Но думаю, это ни ко мне не относится. Все, ребят, поделали работу. Идем, друзья, домой. О, в городе пусто, тихо, спокойно. Илюша у нас наказанный. Теперь полностью. Наказанный, дорогой, наказанный. Все. За свое очень хорошее поведение тебя, к сожалению, придется сегодня наказать. Нет. Уж увы, извини, но так оно и есть. Пойдем сюда. Ладно, ребятки, на этом все. Давайте, всех благ вам, будьте здоровы.